13 ноября комиссия по приемке тоннелей, расположенных на объездной дороге, провела совещание, в ходе которой было принято решение, несмотря на имеющиеся небольшие недоработки, открыть объект для функционирования. Как известно, на протяжении 2 лет здесь велись ремонтно-восстановительные работы, по завершению которых тоннели были проверены и открыты. Несмотря на то, что объездная дорога введена в эксплуатацию, говорить о полном завершении работ рано. В тоннелях нет автономного дизельного агрегата, телефонной связи, пожарного съезда. Также необходимо нанести дорожные разметки и установить соответствующее электроосвещение. Но после совещания комиссии по приемке объекта было решено, что несмотря на технические недоработки, тоннели готовы функционировать, а все недостатки, о которых шла выше речь, будут устранены уже к 1 января. Необходимость открытия объездной дороги заключается в том, чтобы облегчить дорожно-транспортное движение, которое именно в курортно-летний период перегружено. В городе из-за большого количества транспорта начали создаваться пробки. Теперь все грузовые машины, спецтехника, а также экскурсионные автобусы будут свободно передвигаться к пункту назначения транзитом через объездную дорогу. В соответствии с этим, для регулирования движения на главной дороге перед въездом в тоннель был установлен светофор.